конечно, выбило немного. Было неприятно. Очень сильно переживаем по этому поводу. Но жизнь продолжается. Надо жить дальше. Впереди новые игры. Также новые игры на Борисов-арене. Поэтому у нас все впереди. Я думаю, что мы еще порадуем наших болельщиков. Честно говоря, не помню. Не скажу сейчас, когда я играл последний раз в Бобруйске. Даже если подумаю, не скажу. Ну, наверное, очень давно. Ну, если не помню, значит, давно. Нет, не пользуюсь, но знаю, что это за продукция. Видел, трогал, но не пользуюсь. Ну, конечно, постараюсь забить. Ну, главное, конечно, постараюсь принести пользу команде, чтобы команда выиграла. Ну, и каждую игру, в принципе, настраиваюсь на то, чтобы забить как можно больше. Пока еще не было, наверное, разбора соперника. Вот. И, насколько знаю, очень много травмированных. И если честно, вот с первой игры, ну, как-то никого бы не выделил. Наверное, в целом команды Белышина опасаемся. А кого-то так одного, наверное, не скажу никого.